Я всю жизнь работаю с данными. И, как правило, это какие-то такие сухие аналитические цифры, которые мы пишем, какие-то аналитические там, отчеты или какое-то исследование проводим, делаем какие-то выводы. И здесь, на этом тренинге, вообще в этой программе, мне очень-очень интересно, каким образом можно рассказать историю, основанную на данных, но таким образом, чтобы она была какая-то эмоционально интересна и могла завлечь внимание, скажем так, не только специалистов в какой-то узкой сфере, как мы это делаем, но и широкого читателя. Я являюсь редактором аналитической сети по Центральной Азии, и мы как раз-таки в своих работах очень много делаем материалов, основанных на дата-журналистике. И сейчас планируем расширять как бы, направление, делать большое количество визуализации, делать какие-то более красочные материалы с точки зрения вот, подачи материала.